Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим новый баг от компании WUPU с необычной заменой испарителя под названием MAT. Поскольку в наших руках версия не для продажи, то финальный вариант упаковки может сильно отличаться. Открываем коробку и первым делом видим сам атомайзер в стальном цвете. Слева от него располагается запасное стекло на 2 мл. Зиплок со сменным испарителем на сетке с сопротивлением 0,13 Ом и комплект запасных О-рингов. Под поролоновой прокладкой прячется инструкция на нескольких языках, включая русский. WUPU MAT обладает средними габаритами. Из-за особенностей конструктива бак получился немного выше большинства необслужек. Обилие металлических деталей делают атомайзер достаточно увесистым. Его вес составляет 76 грамм. Диаметр у основания 24,5 мм, а в самой широкой части 28 мм. Перейдем к внешнему виду. Сверху располагается нестандартный долериновый дриптип, который удерживается на крышке при помощи двух О-рингов. Крышка заправки обладает удобным механизмом с надежным фиксатором. Чтобы получить доступ к отверстию заправки, необходимо нажать на кнопку, после чего крышка сдвинется в сторону. Ниже установлено бабл-стекло объемом 4 мл. Далее идет 12-гранное кольцо регулировки подачи воздуха с тремя отверстиями для более эффективного обдува испарителя. Для того, чтобы добраться до самого испарителя, нужно легким движением руки повернуть коннектор и просто достать испаритель, поставив на его место новый. Мы не рекомендуем заменять испаритель с накрученной на мод базой. Поскольку из-за эффекта контргайки база может очень крепко закрепиться на моде и впоследствии ее будет достаточно сложно открутить. Заправим бак и попробуем его. Благодаря испарителям на сетке вкус и передача у бака находится на высоком уровне, а количество пара не может не радовать. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет.Нет.Бай и до встречи на нашем канале.